Ну что ж, ариару народу, микрофону Мамору, и это новая серия по такой увлекательной игрушке, как Rim World. А, Синий, что случилось? Что с тобой? Все тело мышечные паразиты, потеря крови и укус лабрадора. А, Синий, все, замечательно. Синий, бери. Бери дробовик. И отдыхай, Синя, пожалуйста, вот у тебя и не так все в порядке со здоровьем, чтобы ты мог просто находить. Так, давайте вот эту вот область еще уменьшим, потому что это слишком много еды. То есть мы ее буквально съесть не успеваем все. Сухпаки! Это очень мебовая вещь и понадобится на случай, если мы захотим куда-нибудь переехать. Также нужно будет... Сколько он тут? Раз, два, три, четыре, четыре, да? И вот тут четыре, замечательно. Тут два даже влезет таких. Мы продолжаем. И вот в это место замечательно станут два у нас таких водяных генератора. То есть буквально раз и два. Стоп, а кого тут похоронили? Открой саркофаг. Тут никто не должен лежать сейчас. У нас все встало из-за того, что Ричан спит. У нас еды-то не хватает, поэтому Ричан спит, господи. Ричан, а что с тобой? У тебя что по здоровью? Мышечные паразиты, средняя боль. Окей. Заражение. Класс. Это супер. А также нужно будет построить вот эту часть. В смысле, не влазит. Ладно. Ему, оказывается, нужно больше места, чем 4 блока. Попробуем еще раз. Ему нужно, оказывается, 5 блоков. Я не знал этого. Ну ладно. Босс, нужно доделать. Вот убейся, но доделай. Тоже нужно будет вот этот потом выкопать. Но это не тебе. Это просто нужно будет выкопать, не переживай. И также вот так вот надо все вот так вот выкопать. Все. Хотя... Учитывая то, что это все может обвалиться, вот так вот я ставлю, пожалуй. Раз, два. Вот так вот. Изволит, ты вырабатываешь 1100, да. Так же, как это. Ну ладно. Так, когда у нас есть такой небольшой туннельчик, и можно соединить вот таким вот образом эти два места, и также процвести здесь кабель. Замечательно. А теперь, когда у нас огнестрел изучен, мы можем дальше изучать различные вещи. Например, пулеметные, нет. Энергия дача. Это тоже понадобится. Так, пельмень. А, у тебя навыки стрельбы тебе позволяют, у тебя есть... Плохо. Нормальная винтовка. Лучше вот этот. То что? Ага. Ну ладно, пускай. Тем временем можем наблюдать, как... У нас энергия здесь уже завалом, и, пожалуй, можно будет даже ее соединить с основной цепью. Таким вот проводом. Я вижу то, что тут нет никаких крыш, поэтому, пожалуй, я назначу то, что вот это все дело можно будет выкопать. Потому что вот этот мне давно глаза мозоли. Хмель почти вырос, между прочим. Так, пока он растет, и почти он, кстати, почти вырос, вот этот сделаем склад. Также я думаю, то, что вот этот можно выкопать тоже. Я вот смотрю, и у нас вот эта вот область только находится под толстой крышей. Вот эта вот область находится под толстой крышей. И вот здесь вот очень много областей находится под толстой крышей. То есть вот здесь вот с большой вероятностью могут появиться жуки. И вот здесь вот. Вот здесь вот они могут не появляться. То есть они тут никогда не появятся. Это очень замечательно. Спиди, а почему ты такой медленный? Чуть тебе поздоровье. Больная спина. Тебе 46 лет. Алло, больная спина в 46. Ладно. Пельмени, видимо, хорошо, если он тут... Пельмень. Я тебе сейчас... Дожили. Взял и просто решил сойти с ума. Кроус, это как называется? Если бы ты по нему огонь начал, это было бы критично. Здесь все хорошо, да. О, два яйца. Замечательно. Еще плюс индейки. Я хочу уменьшить область для индюшек.
чтобы индюшки не выходили отсюда. То есть у нас у них тут еды завались. То есть тут, блин, еды тут, не знаю, 50 дней это очень много циклов на самом деле. То есть если учитывать то, что один цикл это 15 дней, то есть раза три, наверное, успеет сена трава вырасти за это время, поэтому переживать тут вообще не за что. Так, ага. То есть вот здесь вот строим. И нужно будет построить бродильню вот, вот таким вот образом. Сейчас весна, и почему... А, внутри минус 3, 4 градуса. А, ну да, пельмень, займись, пожалуйста, этим. В очень срочном порядке. Все, спасибо. И тут теперь 0 градусов, ага. Давай выпустим его, и он там соединится или нет? Сейчас нет. Пустить. Все, к нам присоединился замечательно. Кроус, возьми оружие. Да, это было сложно. Также нам нужно будет... Это, пожалуй, из дерева буду делать, потому что дерево расходный материал. И... Так, вот таким вот образом. И начинаем. Оп, и хоп. Нет, хотя бы один слой. Отмена. Что это нам? Раненый беженец. Ладно. Что я хочу сделать вот тем, что я сейчас строю здесь. А также нужно будет в первую очередь построить. Пускай обижается. А если Кроус еще будет делать такие же бредовые вещи какие-нибудь, то, пожалуй, нужно будет его изгнать из поселения, потому что это нежелательно. Что я сейчас пытаюсь сделать? Я сейчас пытаюсь сделать так, что это место считал, чтобы это место считалось обитаемым, и в случае чего жуки бы плюс вероятность заспавнили здесь, потому что здесь есть А, толстый потолок, тут есть Б, это постройка, сделанная человеком. И по механике реворда, если будут спавниться жуки, то они спавнятся только в тех местах, где была сделана постройка человека, то есть, допустим, стены какие-нибудь. И Б, это были толстые потолки, только в этих случаях будут спавниться жуки. И таким боком, если здесь вот больше будет стен или сделанных людьми, чем здесь, то будет лучше, то есть большая вероятность, что там запаспавнится. Почему тут... У нас еда заканчивается. Давайте сейчас последим за Ричаном и что он будет делать. 8 золота. Ричан начал работать. Как на него посмотрели. Классно. Когда эти мышечные паразиты пройдут? Непонятно. Ну ладно. Да, еды у нас мало. Ричан, давай ты будешь работать, а? Пожалуйста, у нас еды нет. То есть, как бы еда в теории-то есть, но ее нету, в смысле, ее надо делать. Кто у нас еще хороший повар? Пельмень. Окей. Пельмень так пельмень. Пельмень, давай мы с тобой займемся утилизацией трупов. У кого еще есть рекурсивный лук? Вот у тебя, да? Возьми этот. Жорство. Крокус. И что? Вещи снимай. Ты сам напросился, то есть мы, я тебе уже говорил, еще один косяк за тобой, и ты уходишь с поселения. Подтвердить. Вот интересно, как он сейчас пойдет. Пока, Крокус. А, была вечеринка? А почему я не в курсе об этом? Ладно. Была так была. Так. И пока полированный мрамор, это замечательно. Так, и нужно будет сейчас построить тут вот. Раз есть место под это. Такое вот помещение. Зачем это помещение, сейчас я расскажу. То есть вот здесь вот... Ага, это все-таки придется выкопать. А, отмена. Отмена. И здесь вот построить копию. Я пособираю сейчас здесь расширить столовую, потому что у нас больше поселенцев, чем сама столовая, и это не есть хорошо. Это раз. А во-вторых, я собираю здесь... короче, это будет небольшая гостиная слэш-столовая. И здесь вот не будет всяких электроплит и разделочных столов. А так, а также нужно будет построить здесь вот и здесь выход. Давайте мы сейчас переставим.
Раз сюда и два сюда. Так, нет, нельзя переставить вот раз и переставить два. А пока отмечайте, да? Я не против, типа, будет дебаф, баф. Все-таки я нашел способ, как их двигать, и это неплохо. То есть мне нужно два дробовика буквально. Так, из себя сюда. Спиди тоже сейчас дальше. На правую кнопку мыши, если их двигать, если вы не знали. Из себя сюда, босс. Ричан, окей. А, так, два этих, два... Угу. Так, я потерял огневую мощь поселения, но тем не менее сойдет, вон. А также думаю здесь сделать покрытие из ковра. Если у нас ковро из... ковро от качества изучено. Ковро от качества у нас не изучено, класс. Босс, можешь пожалуйста, заняться стульями? Но что-то нужно сделать, чем быстрее, тем лучше. И это много времени не займет, тем не менее. Так, все. Так, а также я хочу сделать сейчас... Переставить их сюда. Переставить их сюда. Сейчас. Надо как бы наиболее симметрично я хочу это все разместить. Таким вот образом. Также нам нужно будет, наверное, построить копию сюда вот дверь. Это разобрать. Так, ага. И построить копию... Давай, пельмени, сейчас заместите. У вас граница закончилась? В смысле граница закончилась? Это о чем? Блин. Ладно, граница закончилась, это не беда. Есть всегда мрамор. По крайней мере, должен быть мрамор, который пельмень должен заткнуть его. Пожалуйста, вот в скором времени. Ага. Так, держать открытый. Также мы должны сейчас переставить его сюда. Пельмень, займись, пожалуйста, этим. Переставь вот этот стол сюда и вот этот стол сюда. Пожалуйста, пельмени, побыстрее. Ага. Построить копию сюда. Построить копию сюда. Не построить копию. Окей, не построить копию. Переставить надо было. Раз переставить. Два. Блин. Два переставить. Так, ты. Ага, сюда. А теперь вот именно нужно ставить копии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, все. Думаю, они смогут пройти, если что, в случае чего, это не будет проблемой. Грузовой контейнер, где? Это гипертрань. Это неплохо. Синотрава гибнет. Я не знаю, почему она гибнет, на самом деле. Типа... Вообще не знаю. Ну пофиг. У нее пофиг. Типа, вот это вот можно держать открытой дверь, потому что... Зачем? Тоже... Также нам тут нужно будет провести электричество, дабы был свет. Ага, я вижу, у нас тут уже... Ага, неплохо. Так. А, пиола. Нужно сусло. А как сусло делать? Я знаю то, что свежее, замороженное, не испортится. Окей, хорошо. Хмель у нас есть. Как получить сусло? А, есть специальные, по идее, пивоварни. То есть написано в Википедии, которую нашел, в пивоварне поварами делается это сусло. А вот она, пивоварня, я нашел ее. Ну, неподходящий сыворотка, окей. Давайте вот этот разберемся. Пельмень, займись... А, спите. Займись. Пельмень, займись этим, пожалуйста. Нужна пивоварня. Вот она. Я ее... Я в глаза давлюсь, видимо. Потому что я ее не вижу. Тоже нужно построить вот здесь стул. Пельмень, займись, пожалуйста, этим. Вот. Чем быстрее ты это сделаешь, тем будет лучше. Так, есть и сварить сусло. Делать бесконечно, пока есть возможность. Медикамент. О, сусло. Также тут нужно будет его хранить. Повар у нас один, и, пожалуй, он у нас и будет поваром. Ученый у нас есть Саня, если чё. Поэтому, Ричан, на тебя вся надежда. Давай, вперед. Делай, пока не посинеешь. А зачем держишь открытый? Знаешь? Давай вот так вот сделаем. Типа, смотри. А смотрите, я сейчас ход конем сделаю. Копируем настройки раз. Устанавливаем настройки два.
Тут ставим максимальный приоритет, тут ставим максимальный приоритет, а тут просто ставим высокий приоритет. Ага. Теперь область вот эту вот расширяем вот таким вот образом, а эту область вот таким вот образом расширяем. Ага. Теперь, если я все правильно сделал, то вот эту вот часть поселенцы должны перетаскать. Ага. И мясо бы кто перетаскал? Джесс, давайте же давай, что Джесс, это она, окей, 15 лет, она существует 12 лет времени, окей. Джесс, тебе 15 лет, окей, здоровье. Зависимость от амброзии, толерантность к амброзии небольшая. Ладно, это терпимо. Кулинария 5, yes, у нас есть повар, еще один, класс. Это очень, это прям максим, это я сейчас без сарказма, это максимально классно. Так, повар еще один, это будет замечательно. Повар в колонии, это хорошо. Джесс ставим на последнее место, потому что, я так понимаю, ты у нас персона не воюющая. Спиди у нас встает сюда. Пельмень, вставай, давай сюда. Босс, вставай, иди сюда. Хотя, пока... Ладно. Давайте лучше перестрахуемся. Спиди, окей. Отдавайте обе сюда, вот так вот. Джордан и Джесси. Я в курсе, что нарет. Давай, все. Молчи, короче. Так, по идее, они должны нападать. Ух ты, во сколько много. По идее, они должны нападать немедленно. Так, смотрим. Что с вещам? Все нормально, все нормально. Вот он у нас бронежилет, есть до хрена всего. Спиди. Спиди, сюда встань. Вы встаньте обе сюда. Вы направить питомцы. Муфала. Давай, область расширить до... без разницы. Область 1, скажем. Нет, это слишком уменьшить. Область 1. Уменьшаем ее полностью. Расширить до области 1. Пусть обитает здесь муфала. Работа муфала. Так. Сейчас не до этого всего. Питомцы. Дюшатник. Область 1. Ага. Будет задевать. Замечательно. Атакуем его. Я атакую. Гранаты, гранаты, в первую очередь гранаты надо убить. Пельмень, отступай. Пельмень, отступай. Ага, замечательно. Босс, я такой, можешь такой? Я такой, и ты, я такой. Они отступают, замечательно. У нас туз лег, а Сеня. Так, ага, все замечательно. Так, смотрим теперь. Сеня, так, Ричан, спасай Сеню. Сеня, что с тобой? Ты не смертельно ранен? Тебя? Ужасно, ушибы. Ушибы и трещины, окей. Спиди. Босс, спасай Спиди. Спиди, что с тобой? Здоровье. Не опасное кровотечение, нормально. Пиола тоже атакуй. Замечательно. Нормальный пулемет, возьми нормальный пулемет. Все. Захват... Раздевай. Раздевай. Так, ты живая? Мертва. Ты жив? Да.
Раздевай. Захватывай. Пиолом. Раздевай и захватывай. Давай, 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 резче, 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 пока не сдохли.